Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные хрустящие моченые яблоки. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом готовим сироп. Берем кастрюлю, высыпаем в нее соль, сахар, вливаем воду, размешиваем. Накрываем крышкой и отправляем на огонь. Ждем, пока закипит. Бросаем гвоздичку. Кипятим 3 минуты. Затем огонь выключаем и даем сиропу остыть. А мы тем временем будем наполнять банку яблоками. Берем чистую сухую банку. Стерилизовать ее не обязательно. Кладем в самый низ листики смородины и вишни. Можно с веточками, так будет еще лучше. А затем закладываем яблоки. Укладываем плотненько до самого верха банки. Теперь заливаем яблоки остывшим сиропом. Сверху кладем оставшиеся листья. Стараемся закрыть яблочки полностью. Поверх листьев можно вставить веточки от вишни и смородины, так чтобы яблоки потом не всплывали. Доливаем жидкости так, чтобы сироп полностью закрыл яблоки. И накрываем капроновой крышкой. Оставшийся сироп не выливаем. Сливаем его в баночку, накрываем тоже крышкой и ставим в холодильник, потому что в процессе брожения будет выделяться сироп, и мы должны доливать все время, чтобы яблоки не потемнели. Закрытую банку с яблоками ставим в какую-нибудь миску. Потому что в процессе брожения будет выделяться сироп, чтобы он вам никуда не натек. Вот в таком состоянии оставляем яблочки при комнатной температуре ровно на неделю. Через 7 дней переносим наши яблоки в холодное место. Выдерживаем их там не меньше 40 дней, а потом уже пробуем. Вот и все. Хрустящие моченые яблоки готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.